Здравствуйте, все участники, и жюри, и всех, кого не видели, а кого-то я сегодня уже видел. В общем, как известно, переводчик, как вы, в принципе, тоже сейчас отмечали, очень важная, нужная профессия. Задача переводчика обеспечить коммуникацию, а чтобы обеспечивать коммуникацию, нужно много общаться. Поэтому, вполне возможно, у многих из вас есть много друзей. И сейчас, в общем, я хочу выдать вам фрагмент из интервью, который был переведен с опорой на друзей. У переводчика должны быть друзья, но в данном случае, возможно, это был не самый удачный вариант, и переводчику лучше иметь иногда не 100 друзей, а 100 словарей. Ваша задача будет отредактировать полученный вами текст, который я сейчас выдам. У вас будет на это 10 минут, после сдать их жюри. Ребята, если вам...